Зиму провожаем, масленицу встречаем. В южном микрорайоне города Видное с размахом отметили всеми любимый праздник. Ну что, начинаем? Начинаем! О, Видное, начинаем! Многочисленные семьи с детьми пришли посмотреть концерт, поучаствовать в конкурсах и, конечно, поесть блины. Мероприятие организовала управляющая компания «Загородсервис Запад». Пришло много наших жителей, многие пришли с детьми. Для детей организованы горячий чай и сладости. Мы поддерживаем дружеские отношения с нашими жителями, организовываем совместные праздники и поддерживаем все городские мероприятия. Дети и их родители с удовольствием играли в масленичные игры и водили хороводы. Глава администрации городского поселения Видное Моисей Шимаилов побывал на разных площадках, где праздновалась Масленица. Заглянул и сюда. Всех жителей города, гостей, всех новых жителей города я с огромным удовольствием хочу поздравить с праздником, замечательным русским народным праздником Масленица. Микрорайон Южное Видное еще совсем юный. Здесь постоянно появляются новые жители, молодые семьи. Такое массовое празднование Масленицы управляющая компания организовала в первый раз, но участники праздника надеются, что и в дальнейшем в их дворе будут проводиться интересные мероприятия. Ну, микрорайон новый, очень много детей, и я считаю, что это, конечно, не помешает. Вот праздники, вот это всеобщее гуляние. Ты тоже хочешь что-то сказать? Так что это очень здорово, что вот это организуется, и, не знаю, мне нравится. Это первый вообще праздник для дочери, 1,7. Вот первый раз вышло, вроде нравится, на самом деле. Испугалась Мишку. Но круто, традиции надо, скажем так, соблюдать, блюсти и ходить на них. В общем, нам очень нравится. Мы рады, что у нас в районе есть некая активность. Группа инициаторов нас кормят бесплатно блинами, поет чаем. Нам тепло, хорошо и весело. Нам очень нравится праздник Масленица. Вике так нравится. Очень все было хорошо. Широкая Масленица сплотила народ общей радостью и весельем. Люди верят, что все невзгоды и печали заберет с собой зима, а весна встретит ласковым солнцем и хорошим настроением. Анастасия Воронина, Владимир Гриневич, Ольга Садовская, Видное ТВ.